В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность. В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 16 градусов. В Бельцах 17, выше нуля. В Аргееве и Тирасполе плюс 18, в Левой Камрате 19. В Кагуле термометры покажут 21. В столице днем прогнозируют 18 градусов, ночью 8, выше нуля. В ближайшие дни обещают теплую погоду. Максимум составит 20 градусов. В темное время суток температура будет варьироваться от 4 до 11. И о погоде в Европе. В Мадриде термометры покажут 14 градусов, в Париже дожди плюс 11, в Лондоне на градус ниже, но здесь переменная облачность. В Берлине осадки и 9 выше нуля, в Риме воздух прогреется до 18, тоже обещают дожди, в Вене плюс 10. В Праге температурный максимум составит 9 градусов, в Варшаве переменная облачность и плюс 13, в Будапеште прогнозируют 17 градусов, в Белграде 22, в Афинах воздух прогреется до 23, в Анкаре плюс 20, в Бухаресте на градус выше, в Киеве пасмурно и 13 градусов. Такая же погода ожидается и в Москве, но здесь 10 выше нуля.